Гораздо больше, конечно, порадовал мультиметр с автоматическим выбором диапазонов измерений. Вот. На этом режиме может мерить сопротивление, прозванивать, режим падения напряжения на диодах и емкость. Переключается вот так вот. Вот эта прозвоночка. Вот это режим падения напряжения и емкость. Емкость попробовал на вот этих конденсаторах керамических. Вот этот малыш, это 10 нанофарад. Вот этот побольше, это 100 нанофарад. И вот эти электролитические тоже он прозванивает. 100 микрофарад. В принципе, мультиметром очень доволен. Хоть еще не весь функционал удалось опробовать.